Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики моего канала. Меня зовут Виталий Городецкий, я юрист, и сегодня с точки зрения юриспруденции я расскажу и покажу вам наглядно, как можно получить свои законно заработанные за просмотр рекламных материалов в сети деньги. Вам просматривать никакую рекламу не нужно будет, так как вы ее и так каждый день смотрите в интернете, просто сами этого не замечая. А ваши деньги за данные просмотры уже есть на счету управления информацией и массовой коммуникацией. Просто далеко не все люди об этом знают. Итак, давайте сразу к делу и попутно буду рассказывать и показывать вам весь процесс. Значит, под видео вывел для вас вот эту кнопку, нажимаем на нее. Нас переправляют на сайт управления. Нужно немножко подождать, пока система идентифицирует наш адрес в интернете со своими базами и поймет, кто мы такие, увидит всю нашу историю посещений в сети. Итак, вот официальный сайт перед вами управления информацией и массовых коммуникаций. Вот здесь вы сами можете почитать, что нам положено по закону и почему нам это положено. Я ранее здесь проходил проверку своего ноутбука, и мне выплатили 114 568 рублей. Сейчас я перейду в свой интернет-банкинг и посмотрим на данную выплату. Вот видите общая сумма на счету, а вот в истории 114 568 рублей. Это выплата мне от управления информацией. Теперь давайте вернемся обратно на сайт. Значит, зачем я вам сейчас показывал выплату? Во-первых, чтобы вы увидели, что платеж проходит. Во-вторых, так как я ранее проходил проверку и получал выплату, сегодня я пройду всю процедуру от имени моей жены. Так как, повторюсь, свои деньги отсюда я уже снял. И покажу вам весь процесс. Итак, давайте приступим. Ниже жмем на кнопку «Личный кабинет гражданина». Видим, что система синхронизирует наш уникальный адрес в сети с своими базами. Теперь они знают всю нашу историю просмотра рекламных материалов на сайтах, видеохостингах и так далее. Вот, смотрите. С ноутбука моей жены ранее не посещали данный сайт. И система в этом случае просит дополнительно нам данные для уточнения указать. Вписываю данные своей супруги. Вы впишете свои, естественно, свое имя, фамилию. Потом ниже нужно будет вписать возраст. Вписываю возраст 37 лет и нажимаю на «Зарегистрироваться» и «Авторизироваться». Сейчас система синхронизирует наш адрес с базами, с кабинетом нашим и выдаст нам по окончанию сумму, которая нам уже начислена за все время перебывания нами в сети интернет и за просмотров различных рекламных материалов. Итак, вот видим 4 вида рекламных материалов и начисленные за их просмотр денежные суммы. Теперь нам нужно будет вот с этих счетов, со всех 4, с каждого по очереди, перевести деньги вот сюда, то есть на баланс для выплат. Для этого справа, вот тут жмем на вот эту вот кнопку. Вот видим, что деньги перечислены. И тут на счету обнулилась сумма. Теперь снимаем деньги с следующего рекламного счета, жмем. Операция прошла успешно, и снимаем деньги с следующего рекламного счета. Ну и последний рекламный счет, с которого нам нужно будет снять деньги, то есть перевести их на баланс для выплат. Нажимаем. Видим, что деньги со счетов списались на наш баланс, и теперь мы сможем подать заявку на вывод средств. Для этого справа нажимаем на «Подать заявку на вывод». И видим, что нам доступно к выплате 106 тысяч 70 рублей. У меня сумма к выплате была больше, чем у супруги, потому как я 10 лет в интернете. Естественно, ненавязчивой рекламой за этот период, бороздя просторы интернета, просмотрел очень просто огромное количество. Прежде чем сейчас перейти к выводу средств, я вам открою интернет-банкинг уже супруги, чтобы показать, какая сумма у нее сейчас на счету и какая придет после заказа. Итак, смотрим. Вот у моей супруги в банке на счету сейчас 18 567 рублей. Давайте вернемся обратно на сайт управления. Справа вводим данные. Я ввожу данные супруги, а вы в свою очередь можете вводить свои данные. Выплаты тут приходят буквально в течение минуты. Единственное, что может потребоваться, это дополнительная проверка вашего лица. Я такую проверку проходил. Там нужно ли документы отправить на проверку или произвести платеж с тех ваших платежных реквизитов, на которые вы хотите получить деньги. Я документы не стал отправлять, мало ли сколько эта проверка будет занимать. Оплатил там небольшая сумма, произведя платеж. И мне эта сумма с суммой выплаты и вернулась обратно на мою карту.
Так, ладно. Нажимаем на «Заказать перевод средств». И вот система пишет, что уже переводит на карту банка деньги. Это, как я говорил ранее, не занимает много времени. То есть буквально там минута, ну может быть полторы, вот так вот. И вот смотрите, сумма в размере 106 тысяч 70 рублей успешно выплачена. Теперь перейдем в банк онлайн моей супруги. Вот смотрите, на счету деньги 18 тысяч 567 рублей, которые уже были, и добавилась сумма выплаты 106 тысяч 70 рублей. Вот так, дорогие друзья, надеюсь, я вам помог. Главное знать, что нам положено по закону. На этой ноте я с вами прощаюсь. До свидания.